В ближайшую субботу, 7 апреля, состоится очередной единый день диспансеризации, который стал традиционным и в области, и в нашем учреждении, и носит ежемесячный характер. Однако этот единый день диспансеризации имеет свои особенности. Дело в том, что он совпадает с акцией, которая проводится в этот же день в нашем городе. Акция называется «Здоровый город». Эта акция входит в целый комплекс мероприятий, которые проводятся в этот же день на территории Московской области, посвященных Всемирному дню здоровья. И проходят эти мероприятия под девизом «Здоровье для всех». Это утренняя зарядка, это спортивные соревнования, это создание в городе территории здоровья, это флешмобы. В части, касающейся медицинской составляющей, мы решили, что, коль скоро это глобальное мероприятие совпадает с единым днем диспансеризации, то, наверное, было бы разумно нам поучаствовать в этом мероприятии и провести на территориях наших поликлиник, их у нас 7 для взрослых, кроме, собственно говоря, мероприятий диспансеризации, провести еще и профилактические беседы и лекции для всех граждан, которые найдут возможность посетить наши поликлиники в этот день. И, в частности, вот в районной поликлинике будет проведена лекция на тему профилактики мочекаменной болезни. А в поликлинике номер 5 в городе Хотьково будут рассказывать всем пришедшим о гипертонической болезни, о ее лечении и профилактике. В поликлинике Богородского тема будет профилактика развития осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях.